Друзья, всем привет, с вами снова Димас. Мы продолжаем кучу всяких заготовок сезонных. И сегодня решили сделать такую вещь. Наткнулись там в интернете, ну много всего там супер популярное. Я тоже всегда, когда ел бургер где-нибудь в Макдональдсе или в каком-нибудь другом бургерной, и всегда огурцы эти такие прикольные нам не казались. На вкус такие прям вот, такие пикантные, острые, такие вот необычные, как бы, ну, не как стандартные, вот, там, дома делают, или кто-то там знакомые, родственники, огурцы. Ну, всегда очень вкусные, ну, там всегда два кружочка в этом бургере было, не больше. Называются огурцы пикули. Буквально минут 20 этот способ займет приготовление вот этих огурцов. Так что приступим к этому приготовлению, все очень просто. Для этого мы берем килограмм огурцов, пару луковиц, где-то среднего размера. И что мы делаем? Берем, отрезаем попку и где-то нарезаем пол сантиметра. Можно меньше, можно тоньше, можно больше. Кто как любит, кто как хочет. И вот такими колечками нарезаем. Лучше, конечно, взять, чтобы огурцы были менее зернистые, более было не зерен, а мякоти. Они будут более лучше подходят к этому, как я понял, к маринаду. Вот, многие еще, я обратил внимание, занимаются такой глупостью, как срезают вот здесь попку. И вот здесь, ну как бы это нормально, но вы не солите огурцы, а вы их нарезаете. Так что вы отрезаете попку здесь и продолжаете нарезать. Нарезаете, 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 нарезаете. И что мы видим? У нас попка. Мы ее тоже выкидываем. Зачем тратить время на вот эти глупости? Это ни к чему. И вот нарезаем вот так по пол сантиметра, где-то примерно можно тоньше, вот эти огурцы. Вот, ну что, мы огурцы вот нарезали произвольно колечками. И также нарезаем колечками. Можете так нарезать. Можете так нарезать. Вообще, как вам нравится. Я вот так нарезаю. Где-то по пол сантиметра лучок тоже нарезаем. Здесь у нас килограмм огурцов. Раз, два, три, четыре. 5 столовых ложек сахара и 1 с горкой столовая ложка соли. Больше соли сюда не нужно, мы маринуем огурцы. Один из главных ингредиентов — это горчица дижонская, не дижонская, зернистая. Можете взять сухую, можете взять консервированную, столовая ложка. Также идет куркума сюда, смотрите, прекрасная куркума, корень куркумы, очень полезная вещь. Где-то чайная ложка сюда добавляем, все вместе. И добавляем сюда уксус. Можно яблочный, можно обычный, какой вам нравится. Здесь у нас 500 миллилитров. Сейчас скажу, сколько мы добавляем сюда. Не бойтесь, ничего не случится. Ну, мы вот где-то 350 добавили уксуса яблочного. И все, идем ставить на плиту. Все у нас готово. Можете добавить сюда и лаврушку, или перец горошком по желанию. Это все на ваше усмотрение. Я не буду добавлять. Ну, все-таки, ребят, смотрите, меня оператор заставил кинуть 10 десяточек горошин. Перцы, говорит, будет пикантнее еще. Они же пикули. От слова пикантность. Все, сейчас включили на четверку. Ждем закипания. И вы видите, как цвет поменяется на ярко-оранжевый. Куркума отдаст свой цвет в огурцы. Мы его варим 5 минут буквально и будем закатывать. Все элементарно. Ну вот смотрите, ребята, у нас огурцы начинают закипать. Время засекли. 5 минут они поварятся. Так что уксус не бойтесь, лейте. Уксус он точно не испортит ничего. Вы просто этот рассол не будете так сильно употреблять пищу. Видите, они на глазах приобретают другой цвет. Уже немножко становятся такие оранжевые. Ну вот, у нас получается, мы раскладываем по баночкам наши пикули. Резкий запах уксуса, но это нормально для этого маринада. Вот смотрите, получились у нас такие вот прекрасные огурцы. Видите, маринад, можно было уксуса еще больше добавить.
один в один, как у наших всем известных точек общепита, быстрого питания. Так что, если вы желаете приготовить, рецепт простой, пробуйте, готовьте. Всем приятного аппетита. Пишите комментарии, может быть, вы как-то готовите по-другому что-то, какие-то огурцы, просто соленье. Будет приятно, может быть, попытаемся тоже как приготовить по вашему рецепту. Вот кто не подписался на канал, смотрит это видео, обязательно подпишитесь, нам будет очень приятно. Нам нужна ваша поддержка. Всем желаю добра, здоровья, всем хорошего настроения и прекрасного лета. Все увидимся на нашем канале. Всем пока-пока.